2 апреля 2020 года на 14-м километре автодороги Алешино-Ямберна Сасовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля УАЗ и Тойота. По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение автомобилей. Пассажир автомобиля УАЗ скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля УАЗ доставлен в травматологическое отделение Сасовской районной больницы. По данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.